Та-дам, пошел в магазин. Такой подъезд у меня. Прекрасный подъезд. Красота. В аллее строить кирпичный многоквартирный дом. Калининград нефтестрой строит. Компания, которая построила дом на Невском. Дачная улица. Когда-то я здесь ходил козьими тропами по раздолбанной дороге. А теперь проложили асфальт и прямую трассу. Самая дешевая заправка в Калининграде. Называлась Балтойл. Сейчас названия нет. Видимо, что-то другое будет. 52 рубля солярка. А здесь находится визовый центр Литвы и Польши. Вот здесь, на Литовском валу. Здесь я документы сюда подавал на визу. Каждый год власти города обещают отремонтировать Литовский вал, тротуар на Литовском валу. Но авосы ныне там. Вот такие вот ямы.